В Апатитах чествовали школьников за достижения в учебе, спорте и культуре. 56 лучших из лучших получили стипендии и премии администрации города. В Большом зале администрации победители и призеры городских и областных олимпиад, межрегиональных, общероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Например, круче наших авиамоделистов в Мурманской области никого нет. Заняли много мест на этапах Кубка мира, на чемпионатах России. Самая дорогая какая победа там или достижение? Наверное, на чемпионате России у нас были самые значительные победы. Школьники настолько разносторонни, что их достижением позавидует иной взрослый. Награждается Вячеслав Богданов, учащийся 9 класса 15 школы. Приглашаем на сцену учителя Светлану Александровну Демкину. Вячеслав – победитель и призер муниципальных этапов олимпиад по русской музыке, литературе, технологии, физике, физкультуре. Призер научно-практической конференции «Фундаментальные прикладные исследования в области естественно-математических наук». Елизавета Михайлова и Дарья Лапо отлично выступили на межрегиональном конкурсе сольного пения «Браво». Свое будущее девушки намерены связать с вокалом. А пока просто рады тому, что их отметили. Для меня это первая стипендия. В принципе, я довольна ей. Даже несмотря на то, что она, скажем так, видимо, небольшая, по сравнению с чем-то. Но приятно. Конечно. Никита Малерчук и Дмитрий Зорин из первой гимназии заняли второе место на областном спортивном фестивале допризывной молодежи. Однако в жизни парней есть место и наукам. Конечно, математика, физика, скорее всего. Физика, отличный класс. Потому что нас очень сильно готовит, особенно математика. Наши учителя. А спорт тут в чем-то помогает? Ну, спорт помогает развиваться для себя уже. Отвлечься как бы от нагрузки мозговой и перейти к деятельности какой-то физической. Отмечали на церемонии наставников и педагогов, без которых не было бы этих побед школьников. Педагогу еще более радостно, потому что это результат нашей школьной жизни с 5 по 11 класс. Три моих выпускника нынешних, три замечательных ребенка награждены вот такими хорошими наградами, премиями. И я очень рада за них. Ну а полученные стипендии и премии для школьников – это не только оценка их достижений, но и стимул для дальнейшего роста и покорения новых высот.